Большой интерес вызвали у москвичей гастроли английского театра «Олдвик». В трагедии Шекспира «Макбет» за главные роли исполняют Пол Роджерс, в роли леди Макбет – Барбара Джефффорд. Ценой преступления взошли на престол Макбет и его жена. Here's the smell of the blood still. All the perfumes of Arabia will not sweeten this. В этой трагедии Шекспир показывает, что ни одно преступление не остается безнаказанным. He should have died hereafter. There would have been a time for such a word. Кровавый путь, избранный Макбетом, приводит его самого к гибели. Tomorrow. Московские зрители тепло приветствовали мастеров английского театра.